Куносити. Так, участник номер три. Ретро Бигфут. Заметили, я играю с машинками Hot Wheels. Этот трек Hot Wheels называется «Рекордный прыжок». Видео про него вы сможете увидеть на канале Курносики Джуниор. Ура! 15 баллов! 15 баллов! Даник, а что ты думаешь по поводу вот этих машинок? Ух ты, это же Monster Truck! Да, это Hot Wheels Monster Truck! Еще их называют чудо-машинки! Это машинки Bigfoot! Ух машины ты! С огромными колесами! Это же Bigfoot Бэтмена! Круть! Вот это повеселимся сейчас! Даник, но это еще не все. Также мы с тобою в этом видео откроем вот такую интересную машину дальнобойщика Hot Wheels. Это же автовоз! Да, внутрь может заезжать машинка. Давайте же скорее их откроем. Давай. Ребята, вы заметили, что тут есть машинка в комплекте? Так. Ух ты, тут открывается зад! Ребята, мне очень нравится этот грузовик. Смотрите, какая у него красивая кабина и окраска. Чувствуется фирменный стиль. Хоти! Ребята, мне очень интересно, сколько сюда может поместиться машин. Загоняем, которая была в наборе. И такую. Всего лишь две машинки. Ребята, обратите внимание, какие у него красивые диски. Он у нас будет доставлять машинки к трассе. Врум, врум, врум. Открой нас! Нас открой! Сейчас! На мир! Правда, ребята, они очень красивые. И они еще сзади очень красивые. А теперь откроем этих ребят. Начнем с машинки Бэтмена. Я не просто машинка Бэтмена. Я чудо-машинка Бэтмена. Модель, что означает старая. Видите, ребята, на крыше даже ржавчина появилась. Ребята, давайте посмотрим, как эти здоровяки едут. Давайте! Ребята, у этих бигфутов немножко могут поворачиваться колеса. Благодаря этому ими можно управлять в игре. Папа, давай построим трамплин из кубиков, чтобы
Бигфуты могли через них перепрыгивать. А давай. Ребята, трамплин построим. Видите, как он у нас получился? Видите, сколько много здесь машинок? Они выполняют роль преград. Ну что, давайте попрыгаем? Папа, пускай машины, я буду здесь их перехватывать. Понял. Так, первый пошел. Так. Ух ты. Так, небольшое отклонение вправо, подкорректируем и погнали. Ух ты. Папа, давай усложним задачу. Давай поставим грузовик. Давай. И на всякий случай полицию, полицейскую машину и пожарную машину. Для безопасности? Да. Это правильно. Этот грузовик мы также с легкостью одолеем. Правда? Мега крутые бигфуты. Первый пошел. Ха! Ты видел, какой кувырок был, да? Да. Второй. О, этому парню не повезло. Да. И, Даник, перехватывай машину Бэтмена. Вау. Папа, неплохо. Но что ты скажешь на это? Раз, два. Спасибо, сынок. Но не переживай, папа и с этим справится. Хотя, конечно, нужно мощности немножко подбавить бигфута. Первый пошел. Я увидел легкую нотку растерянности в твоих глазах, Даник. Теперь номер два. Этот, конечно, не справился с задачей. Даник, смотри, как он вращается, как юла. Да, как детская юла. Он расстроен, что у него не получилось перепрыгнуть. Но я думаю, что у его товарищей получится. Итак, внимание! Выступает машина Бэтмена. Вернее, Бэтмобиль. Бигфут Бэтмобиль, да? Да. Погнали! Он тоже крут. Тоже неплохо, да? Да. Тоже неплохо, но не совсем идеально. И еще один участник. Во, вот это было круто. А теперь смертельный номер. О, Даник, вот это ты действительно мне усложнил задачу. Да, номер действительно непростой. Еще такого мы с бигфутами не делали, но я думаю, мы справимся. Внимание, внимание, выступает участник номер один. Так, участник номер два. Отлично. Можно считать, что справился, правда, Даня? Да. Так, участник номер три. Ретро Бигфут. О, да, вот это, конечно, не задача. Срочно, срочно оказать ему первую медицинскую помощь. Все, забирай его, Даня, забирай и вези его. Да. Медпункт. Очень хорошо, что у него был специальный шлем и защитный костюм, поэтому он отделался легкими царапинами. Да. Но их также нужно обработать, да, йодом. Зеленкой. Или зеленкой. Завершающий прыжок. Да, и это фирменный прыжок от команды Бигфут. Хотя, честно говоря, я не уверен, что мы с ним справимся, потому что мы еще ни разу такого не делали. Ай, я боюсь! Кто-то кричит из зрителей, кто-то закрыл глаза, да. Но атмосфера накалилась. Внимание! Погнали! Ха-ха! Получилось, да? Да! Давай опять! Ха-ч! Ребята, вот так можно играть! Вот такими вот машинками, бигфутами, хот-вилс! Ребята, сегодня мы поиграем в машинки хот-вилс! Еще мы откроем вот такой набор под названием «Опасный рикошет». Это новинка этого сезона. Давайте поскорее откроем этот набор. Сначала откроем этот набор, а потом
откроем эти замечательные машинки. Набор опасный, бери машину. Ух ты, какие тут интересные детали. Ух ты, тут с тобой механизм. Пакетик. Возьмем эти внуки. Вот они. А вот и машинка из набора. Привет, ребята! Вот мы с Даниками собрали этот трек «Опасный рикошет». Да. И сейчас мы в него здорово поиграем. Вот мы приготовили массу интересных машинок, которым уже не терпится погонять по нашему новенькому треку. Да, а еще одна свеженькая. И мы еще откроем свеженьких машин. Да, Даник сегодня откроет еще несколько интересных новых машинок Hot Wheels. Да, открываю. Это какая-то необычная. Это новинка, видите, ребята. У меня ни разу такой даже не было. Видите? Йо, вот такой вот двигатель, который шатается. Да, V-образный. Следующие машинки. А тут у нас, можно сказать, маленькая коллекция, да? Да, маленькая. Пять машинок. Раз, интересный два, набор. Три, четыре, пять. Открывай пять скорее. Машинки. Вот, Куша. Новые машинки. Слушай, какая красивая белая, да? Да, мне она больше всего. Это тоже такая под ретро гоночную машинку. Да, и эта зеленая очень красивая. Даня, к тебе какая из этих машинок больше всего понравилась? Мне нравится это и это. Мне белая еще понравилась. Вот, мне больше понравилась вот эта зеленая, потому что у нее есть кузов и такой мощный двигатель. И она похожа на моего знакомого дяди Вики Мота. Интересно, про кого это он? А мне очень понравилась вот эта красивая белая машина гоночная с такими синими стеклами. Да, она мне тоже очень нравится. Мне все машинки нравятся. Хорошо, теперь давай расскажем ребятам о правилах игры в этот трек. Да, каждый люк с очками. У каждого люка, да. Ребят, смотрите, эти люки, их нужно открыть. Да. Вот так. Открываем. И тут есть вот это самое заветное местечко. Она дает миллион баллов. Нет, она дает всего 1000 баллов. Да. 1000. Смотрите, когда машинка после того, как проехала трассу, проехала петлю и попадает в люк, она зарабатывает определенное количество очков или баллов. Да, например? Например, попадая в первый люк, машинка зарабатывает 200 баллов. Во второй люк 300 баллов. А второй? В третий люк она зарабатывает 500 баллов. Да, 500 баллов. И когда все баллы, когда все люки уже закрыты, то есть когда машинка попадает в люк, он закрывается. Ребята, и когда все три люка закрыты, то есть когда участник закрыл все три люка, наконец-то он может попасть вот в эту нишу, в эту ямку, которая приносит участнику больше всего очков, а именно 1000 очков. Что это значит? А то, что кто первый сможет добраться до этой ниши, становится победителем. Да. Я думаю, это буду я. Нет, это буду я. Посмотрим. Ну что, Даник, нам осталось с тобой поделить машинки поровну и начинать наше соревнование, да? Да. И в котором победит сильнейший. Да. Желаю тебе удачи. Ребята, у нас с папой получилось по 15 машинок. Ух, повеселимся. Так, я первый буду. Поехали. Я первый буду забывать. Ай, не получилось. Я второй. Опа. Ну, можно считать, что машинка залетела. Ура! О, уже три. Даник не отстает. Так, угу. Ась. Получилось.
Ура! О, Даник! О, Даник, ты сегодня, я смотрю, в ударе. О-о-о. А, идем, так сказать, нога в ногу. Ай, почти! Еще бы немножко, заработал бы 1000 баллов. Так. Фу, повезло мне. Повезло, повезло. Данил, смотри, сейчас папа победит. А, почти. Данил, к сожалению. Ай, быстрее, Данюша. Ситуация, так сказать, атмосфера накаляется. А, да что же это такое? Кто же попадет в приятную нишу? Ура, ура! Я победил! Абсолютно честно. Справедливая победа, заслуженная. Я не поддавался. Говорю правду. Ребята, не поддавался. Абсолютно, ни капельки. Честное слово, ни капельки не поддавался. Абсолютно заслуженная победа. Да. Поздравляю. Ну я сейчас тебе еще на 1000 баллов. Ну, сыграем еще разок. Я еще. Да, Даник, вот что значит опыт, да? В гонках Hot Wheels. Да. Но ты, главное, не зазнавайся. Папа попробует отыграться. Да, но все равно победит Даник. Посмотрим. Ребята, второй раунд. Я думаю, мне то опять повезет. Посмотрим, посмотрим. Yeah! У меня не хуже. Опа! Так. А у меня закрылось случайно, второй люк закрылся, но я его открою опять, чтобы все было по-честному. Правда, ребята, все должно быть по-честному. О, теперь закрылся по справедливости. Ребята, так как Даник попал машинкой в люк, но он не закрылся, чтобы все было по-честному, закроем люк. Да. Ура! Так, 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 опа! Ай-яй-яй. Победа, победа, ла-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 ла. Данюш, ты не хочешь поздравить папу с победой? Притом заслуженной и справедливой. Ребята, как мне не тяжело, но я папу поздравлю с победой. Спасибо, Данюш, спасибо, я знаю. Проигрывать нелегко, но это жизнь, Даник. Так иногда случается, что мы не всегда выигрываем. Мы очень часто можем и проигрывать. Ребята, если честно, я ему тоже не поддавался. Да, я знаю. Сейчас у нас третий раунд. И победит сильнейший. Да. Да? Подожди. Так. Поехали. Так. Хорошее начало, да, не очень идет. Но у меня не хуже. Так, беру машинку еще раз. Ай, не получилось еще сейчас, раз. Сейчас, сейчас, надо. Ха. Вот. Я не получилось. Нет, залюк сам. О, Даник, слушай, ты попал. Десятку? А, я тоже попал в нишу. Да, а сейчас еще одна будет машинка. Я попал. Слушай, и что у нас получается в итоге? Я победил. Ты победил? Да. Может, я победил? Я победил. Слушай, ну смотри, ты попал в нишу, и я попал в нишу. Ты закрыл три люка, и я закрыл три люка. Что у нас в итоге получается? Получается, победила дружба. Точно, Даник. Получается, победила дружба. Ну, я опять же подчеркиваю, я тебе ни капельки не поддавался. Ребята, мы с Даником очень рады, что в этот раз не оказалось ни проигравших, ни победивших, да? Да. А победила дружба. Вот так, собственно говоря, можно весело проводить время детям с родителями. Вы также старайтесь проводить время с вашими родителями. Да.
Ребята, вы были на канале Носики Курносики. Всем пока-пока. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки под этим видео. Всем пока. Увидимся. Носики Курносики.